Вот, наконец-то мы приступили к первым, так сказать, первой кладке блока из сибита. Вот завезли сибит. Первые стартовые блоки пока решили ложить руками, то есть не используя крана. Сейчас угловые выведем в размер. Приготовили нитку. Разметили диагональ. Размеры все, что вымерили. Вот гвоздик стоит, у нас будет самый первый, как говорится, начинай плясать от печки, а мы начнем вот от этого гвоздика. Ведерко там будет. Вот пошел процесс кладки первого ряда. Вот так вот тяжело без крана это достается, делается. Это у нас уже вторая стенка первого ряда. Вот третья стена пошло начало. Скоро дело дойдет и кран понадобится.
А вот здесь дверь будет у нас. Вот уже крыльцо уже есть, вот это будет дверь. Подними рубанок, покажи. Рубанок подними, покажи. О, какой хитрый приблуда. Строгает сидит. Вот движение стрелы есть, наклоняется. Я прям чувствую, что она мачта идет. Да-да, чувствуется, как грузит, тянет, ступится, то есть прям стрела ходит ходуном красиво. И держит нормально, все отлично. Подготовительный этап идет. Блоки раскладываю на стену, чтобы потом производить кладку. Работа производится в одного человека свободно. Удобное приспособление подъемного крана.